Так, Юпитер и Галилеевы спутнички убегают. Быстро бегут, зараза. Вот. Где-то так. Хотя бы. Сосновская на дымку. 5 утра. 9 апреля 2020 год. Харьков. Ты посмотри. Проносятся просто по экрану. Куда же ускакали. Три галилеевых спутника вижу. Четвертого не вижу. А, по-моему, он сдвоенный тут же слева, да? Ёлки-палки, не посмотрел, какой из них где на данный момент. Набежали. Вот он ты. Вот так миллиметрик за миллиметриком и приходится ловить. Ты посмотришь, как он резво вправо скачет. Да, по-моему, то, что слева, это как раз сдвоенные спутники. Мелкий экран не позволяет мне четко рассмотреть. Может, на экране компьютера будет видно по... Так куда ж ты скачешь, моя-то лапа? Да, кучно. Обычно Калиста где-то забивается вообще в сторону. Далеко-далеко. А сейчас он, посмотри, какая красота. Чудненько. И на том спасибо. Небо далеко не чистое. Поехали посмотрим. Сейчас попытку сделаем, по крайней мере. У нас тут пара планет на самом деле. Есть еще неподалеку. Сатурн и Марс. Но они еще ниже над горизонтом. Соответственно, дымки там еще больше. Не вижу. А уже должен был бы. Да, он уже внизу фонари. Где-то я прозевал нашу триаду.
Не знаю, сейчас не видно мне на экране, может. На мониторе практически по диагонали экрана должно быть у нас 3 звезды. Конечно, конечно, не самый фонтан. Но что-то этих 3 звезд не вижу, которые, конечно, планеты. В правом углу это у нас Юпитер. Ребята, а где же Марс, Венера? Вообще даже не, никак. О, поймалась. Это, по идее, должен быть Сатурн. Раз. Вверх. Стремится вверх. Сейчас мы. Потрясающе получается эффект за счет того, что фотоаппарат выдвигается, ну просто, я бы сказал, на десятки сантиметров вперед объектив. На треноге. Он просто перевешивает ее. Создает деформацию и выпадает из кадра. Наш замечательный Сатурн. Приходится руками держать. А колец Сатурна не вижу. Досадно. Не может быть, да ладно, что фиксируется. Мы сейчас будем пробовать его заставлять. В принципе, с каждой минутой он становится все выше, кадры должен становиться все чуть-чуть, дымки все меньше, но у нас, зараза, тут уже рассвет, и скоро все это исчезнет вообще из поля зрения, засвеченное солнцем. Да, терпение и труд. Сейчас. Так, ну железно видно, что Сатурн. Моя-то золотца. Так, это первый раз вот так более-менее. Ну, уже различимы кольца просто. Даже на маленьком этом экране вижу кольца. Обручальное кольцо. И щелька синяя. Замерзай, как же тебе попасть. Ухищрения приходится. Каким ухищрением прибегать, чтобы Сатурн не убегал. Извиняюсь за тавтологию. Так, убежал. В смысле, я, а не Сатурн. Смотри, как хорошо. Что за прелесть. Так, я уже доволен съемкой. Даже если и Марс у нас не попадет в кадр, его совсем тускло видно за дымкой.
Ты посмотри, как у нас красиво проплыл по диагонали Сатурн. 0,5-0,9. 1,5 миллиарда километров до Сатурна. И вот тебе. Пожалуйста, фотоаппаратом рассматриваем кольца. Это ли не чудо-чудно? До чего дошла техника? Очень хорошо, очень. Ладненько. О, вот он наш. А где наш Марс? Зараза, его, в принципе, должно быть видно на экранчике, но... На своем мизерном я его никак не вижу. Сделаю сейчас ход конем. Попробую пока посмотреть на Луну, которая тоже просто сегодня прелестно. Позавчера была полнолуние, и луна была в перигее. Но сейчас есть на что посмотреть. Пока у нас луна не спряталась. Ну ладно, на тебя-то мы точно наведемся. Похоже. Мне нравится. Сейчас предоставим ей возможность вползти в кадр. Нет, не буду. Буду предоставлять ей возможность вползать в кадр. С этих позиций. Все, вползайте. Да, это я его часов пять назад я снимал Луну, она поднималась к зениту. Сейчас она уже опускается к горизонту, и движение будет совершенно другое. Другие кратеры будут попадать в кадр. В другой последовательности, вернее, так скажем. Кратеры это те же самые, вряд ли за 4-5 часов добавилось много новых. Да, сейчас разочек посмотрим на Луну. Потом вернемся с попытком снять Марс. А то что-то я его уже даже глазами практически не наблюдаю. Визуально. Дымка, дымка, зараза. Ну и на том спасибо. Ты посмотри, как Сатурн хорошо получился. И даже ветерочек стих. В общем, грех жаловаться. Да, и опять Ticket to the Moon. Electric Light Orchestra. Horizon.
Любовь зовет все сын. Ты посмотри, какая она громоздкая прямо. Не заканчивается и не заканчивается. Закончилось. Ух ты, это у нас Аристарх так вывернулся. Ты посмотри, как он поднялся за ночь. Или это не Аристарх? Это не Аристарх, наверное. Что же еще это может быть такое яркое? Да, развернула за ночь луну. Надо же, как любопытно. Просто по часовой стрелке вращается. Так, ладненько, пробуем вернуться к Марсу. Какой-то Марс, я уже Юпитера не вижу, а вон он. Ну, это опять Сатурн. Так. Конечно, так. Но сейчас не будем на это время тратить. Примерно на таком же расстоянии, как... Сатурн от Юпитера. Левее находится еще и Марс. Ну вот, сейчас даже Сатурн не вижу. Я, по-моему, придется обойтись без Марса. Это только время тратить. Сейчас я попробую первым кадром на него навестись. А для этой записи вполне достаточно. 9 апреля 2020 год, Харьков. Не смог, зараза, сдержаться, чтобы еще раз не навестись на Юпитер. 5:18 по Киеву. Молодец.